последние годы все больше москвичей переезжают жить в Пушкинский округ. Также в поселении выдаются земли для многодетных семей. Все это способствует динамичному развитию поселка. Но пока в Ашукинской школе детям приходится учиться в две смены. Для динамично развивающегося поселения требуется и большая современная школа, и оборудованные по последним технологиям классы. По современным нормативам окна большие, хорошие. Сейчас можем даже показать. Спортивное ядро. Ну да, благоустроиться здесь вообще это бомба, потому что здесь там площадь огромная, школа, и полностью она будет себя благоустраивать. Финансирование данного проекта идет из бюджета Московской области и Пушкинского округа. Площадь пристройки составляет 7500 квадратных метров. Рассчитана на 350 мест с современными классами и большим актовым залом. Здесь будет и кабинет социального педагога, психолога, медицинская зона, кабинет для врача, изолятор, прививочная. Сколько классов будет? Считали? Конечно. Посчитали. 27 учебных кабинетов, 4 кабинета иностранного языка, 2 кабинета информатики, остальные специализированные кабинеты. Кабинеты, естественно, научного цикла, физика, химия, биология. Сейчас на объекте работает около 50 человек. Выполняются монолитные работы, смонтированы металлические формы кровли. По предварительным данным, до конца апреля планируется завершить монолитные конструкции. Надеюсь, что здесь не будет никаких у нас сюрпризов. Ну, работаем в графике, все рабочие моменты, когда сниматься в рабочем порядке, никаких таких проблем, которые могли бы нас сдвинуть, на сегодняшний день нет. Сплюньте? Да. Знаете, как часто бывает, у нас проблем у нас нет, правда, у нас все хорошо, а через несколько месяцев не получилось. Работы по объекту ведутся параллельно. Это позволяет ускорить этапы строительства. Уже приступили к кладке наружных стен и внутренних перегородок. Далее будут проводить монтаж окон. В этом году и погода благоволит для проведения строительных работ. У подрядной организации есть все шансы сдать объект в положенный срок. Ольга Алексеенкова, Антон Орловский, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.